Итак, всем привет! Сегодня 2015 год, 24 августа, День независимости Украины. Андрей Охота и его команда бесплатно заряжаем телефон в городе Житомире. Вот, мы пристаем к людям и спрашиваем, заразрядился у вас телефон или нет. Достаточно собралось много людей, и у каждого есть мобильный телефон, который разряжается. Мы благодаря нашим симпатичным девчонкам будем заряжать мобильные телефоны, айфоны, планшеты вот, в нашем дорогом городе, город Житомир. Так что заряжайтесь вместе с нами. Девушки, привет! Мы проводим сегодня акцию «Бесплатно заряжаем мобильные телефоны». Подошел к этим трем замечательным девушкам, мобильный телефон у нее сел. Говорит, где же вы ходите, молодой человек? А мы здесь, вот, заряжаем данный аппарат с помощью пауэрбанка. Вступайте к нам в группу, вот, и мы будем делать разные такие выходы в мир и делать добро людям Житомира. Да. Нас сегодня трое, один я, еще две симпатичные девочки, которые там ходят, заряжают. Пошел девочек поснимаю. Давай, давай. Ничего, ничего платить не надо, бесплатная зарядка. Конечно, точно, конечно. Спасибо за бесплатную зарядку телефона. Полезная вещь. Заряжаем бесплатно мобильные телефоны. А мы сегодня заряжаем бесплатные телефончики.